Здравствуйте. Алло. Слушаю, говорите. Добрый день. Суйбек? Суюнбек. Суюнбек, простите, пожалуйста. Тактасумович. Что? Тактасумович. Тактасумович. Так, это вам из «Консультант Плюс» перезвонить. Меня просили. Меня зовут Оксана. Вы разговаривали сейчас, да, с нашей сотрудницей. Она вам предложение сделала. Вы сказали, что вы не представляете, что такое, да, система «Консультант Плюс». Правильно? Мы представляем. Я сказал, что у нас директора посадили. И теперь новый директор. Так, вам... И нас интересует вывод, вывод прибыли в черную. Вы рискуете тогда, что вас посадят не только директора, но еще и главного бухгалтера. У нас и главного бухгалтера сажали. Так, но вы насчет того, чтобы вот приобрести систему эту правовую, думали вообще для компании или не думали? А у вас там есть правовод денег в черную? Только судебная практика, не в пользу клиентов. Извините, нам нужно в пользу. Ну, система «Консультант Плюс» — это правовая база, то есть это законодательная база Российской Федерации с консультациями, с там юридическими консультациями, судебной практикой. То есть, как бы... то есть вы не знаете, как вывести деньги в черную? Нет, скажем так, вы можете там в этой базе найти варианты, там проверить, насколько будет безопасный схемы ходы, которые вы придумаете. Вот, да, но вот с учетом, я говорю, судебной практики, вы можете посмотреть, насколько то, что вы придумаете, будет опасно или безопасно. Безопасно будет вряд ли, потому что ну, наши как бы органы, контролирующие, не дремлют, они все эти черные и серые схемы уже тоже сами знают и отслеживают. А у вас есть компания какая-нибудь знакомая, которую бы проконсультировала? По поводу черных схем? Да. Вы хотите, чтобы нас вместе с вами посадили? Что? Нет, у вас же есть правовая система, вас не посадят. Вот, ну и что? Мы же не можем плохому учить людей. Мы, наоборот, предоставляем им всю информацию, а уж как им дальше действовать, это они на свой страх и риск. Я хочу, чтобы вы меня научили плохому. Вот не могу я себе такого позволить. Мы можем только хорошему научить. Эх. Давайте мы вас хорошему научим, а вы потом будете сами плохому учиться. Рассказывайте, сколько денег заплатить и куда? Нет. Мы так, нет, не работаем. Это кота в мешке называется. Продавать тоже это нечестно. Мы сначала показываем все, что есть, да, а вы уже сами смотрите, действительно, насколько оно вам будет востребовано, в каком объеме, тогда уже можно говорить про деньги. Давайте мы вот разочек встретимся, просто действительно покажем, какие есть материалы вот в системе, в «Консультант Плюс» в электронном виде, да. Почты выслать вы можете? Почты не могу выслать, потому что это электронная база правовая, то есть там все и законодательство, и консультации. Там огромное количество материалов. Это целая электронная база. Я вас понял. В общем, так, если у вас будет контора, которая черный нал помогает выводить, звоните, мы купим. А эта система не для нас. Все, вот это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот, это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот, это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот, это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот, это я хотела у вас услышать. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Всего доброго. Вот.